Добрый вечер, клуб «Пентагон», уважаемые дамы и господа, рады вас здесь видеть. Это Cloud Jazz Project, город Донецк. Мы у вас впервые, хотя очень много знакомых лиц. Вот. Да. Эта композиция называлась «Мустафа». Алексей Терехов придумал ее, сочинил. Сегодня... Спасибо. Сегодня будет исключительно авторская музыка, авторство Cloud Jazz Квартета. Вот, я имею честь составить им компанию. Большое спасибо за то, что предоставили. Мне очень приятно играть в таком составе. Вот. Это первый концерт в Харькове, я имею в виду в Пентагоне, коллектива из Донецка, которые все участники которого оттуда. Вот. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Еще хотел извиниться за то, что концерт вынуждены были перенести. Наверняка кто-то хотел попасть на него 24 числа, поэтому просим за это прощение. Диме
арт-директору Кубы Пентагон, спасибо за понимание, за то, что пошел на встречу и перенес этот концерт. Спасибо. Thank you.
Композиция называлась, Игорь, подскажи, как она называлась? Colorless, бесцветный. Следующая композиция
With You называется. Thank you.
Thank you.
Without Name. Предыдущая композиция. А, With You. Извиняюсь. Следующая композиция. Последняя в первом отделении. Называется Цикори.
Квал Джаз Квартет, город Донецк. Квал Джаз Квартет. Спасибо вам большое. Мы удалимся минут на 15 на перерыв. Не забывайте, что работает бар. Итак, добрый вечер еще раз. Мы продолжаем наше выступление. Вот, хотел бы представить участников этого чудесного коллектива. С кого даже начать, не знаю. Алексей Терехов, рояль. Виталий Иванченко, хотел контрабас сказать. Бас-гитара. Виталий здесь уже неоднократно играл в составе квинтета Артема Васильченко. То есть он здесь не первый раз. Вот. Артур, аплодисменты, Виталий Иванченко. Артур Фролов, барабаны. Игорь Осипов, гитара. Сейчас прозвучит композиция Without Name. Thank you.
Thank you.
Следующая композиция. Написал ее Игорь Осипов. Игорь Осипов написал следующую композицию. Она спокойная, очень спокойная, в отличие от предыдущей. Название называется она просто «Беллет». Thank you.
Спасибо большое. Это Coal Jazz Quartet. Вот. Следующая композиция будет завершающей нашего концерта. Хотел бы поблагодарить вас за такой теплый прием, за то, что сегодня так много в Харькове концертов, а вы все-таки здесь пришли на коллектив, который, ну, никто здесь до сих пор не знал. Вот. Вот, аплодисменты. Тоже, тоже. Хочу пользуясь случаем напомнить легкий анонс происходящего, что раз, два, три, что будет происходить в марте месяце в Пентагоне. Завтра выступит замечательное трио из города Сумы. Вот. Приходите, будет очень интересно. И самое главное событие 29 марта. Здесь будет уникальный концерт в истории, наверное, клуба «Пентагон». Выступят два, ну, просто мега мировые звезды. Это не побоюсь этого слова. Дуэт Вадим Нефиловский и Аркадий Шелклопер. Очень рекомендую. Количество билетов ограничено. Билеты недорогие. Очень советую. Это крутые ребята. Такой концерт пропускать нельзя. Спасибо большое. И мы сыграем последнюю композицию, которую Алексей Терехов сочинил позавчера.
Спасибо. Алексей Терехов. Рояль. Виталий Иванченко. Бас, гитара. Артур Фролов. Барабаны. Игорь Осипов. Сергей Петрович. Добрый вечер. Я просто быстренько хочу сказать два слова о том, что сегодня мы с удовольствием, да, принимаем у себя на сцене вот такой замечательный коллектив. И хотелось бы им не просто сказать слова благодарности, а подарить вот такую штучку. Все видят, да. Эта штучка не только напоминание о прекрасном клубе «Пентагон», а это еще и свидетельство умеренности. Так что я дарю ребятам. Сергей Петрович Давыдов, аплодисменты. Между прочим, отчасти благодаря ему у нас получилось вот такое сотрудничество. Спасибо. У нас, как любимая фраза Сергея Петровича Давыдова, у нас закончились песни. Ну, мы сейчас будем выкручиваться, это же джаз.
Спасибо вам.